Верховный суд сегодня рассмотрел проект постановления, которое должно заметно упростить жизнь бизнесменам. Речь о том, что теперь подозреваемых по экономическим статьям нельзя будет сажать в следственный изолятор. Часто бывает так, что бизнесмена помещают под стражу, в том числе по надуманному обвинению, а когда он выходит на свободу, его бизнес уже развален. Послабления вышли по таким статьям, как разглашение коммерческой тайны, растрата, отмывание денег и манипулирование рынком. Суд поясняет, если обвиняемый постоянно зарегистрирован в России, не пытался скрыться, то оснований для его ареста нет. Верховный суд особо остановился на статье «Мошенничество». Правоохранительные органы предпочитают сажать бизнесменов именно по ней, потому что сделать это легче и сроки дают больше. А ведь есть более мягкая статья «Мошенничество в области предпринимательской деятельности». Вот судьям и разъяснили, когда и по какой статье нужно возбуждать дело.